Легковая машина не только врезалась в автобус, но после ее занесло в частный многоквартирный дом. Жители испугались не на шутку. Удар был довольно сильный и привлек внимание людей. С их слов, водитель ВАЗ-2114, который по предварительным данным и стал виновником ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он находился за рулем чужой машины. Ну, вчера где-то полдевятого вечера услышали стук дома. Вышли на улицу, смотрю, машина в доме со стороны соседей. По словам очевидцев, что машина была угнана где-то часов 8 вечера. Ну, в полдевятого он уже здесь был, в доме. Прибывшим на место происшествия медикам потребовалась помощь МЧС. Водитель легкового автомобиля оказался в ловушке. Спасателям пришлось распиливать машину, чтобы извлечь мужчину. Также в ДТП пострадала пассажирка автобуса. На вызов выезжало две бригады. На момент осмотра водитель легкового автомобиля был зажат в салоне автомобиля. Другая пострадавшая женщина 58 года являлась пассажиркой маршрутного автобуса. У пострадавшей женщины диагноз ушиб грудной клетки, гематома лобной области. У водителя легкового автомобиля диагноз перелом бедра. Сейчас пострадавшие в аварии получают лечение в больнице в отделении травматологии. Сотрудники ГИБДД Канска продолжают устанавливать обстоятельства данного происшествия. Кристина Куш, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал.